Тренирует ее Олег Васильевич Остапенко. Супертренер сборной команды Советского Союза или тренера украинской гимнастики. Сейчас работает в Бразилии. И ни у кого не хватает средств его переманить обратно. Великолепный тренер. Вот он бы помог очень. Вот, Сальто вперед. Вот я сейчас еще немножко так замолчала. Она только акробатикой может потрясать. А так вот, в общем-то, особой красоты другой я не вижу. Какие-то лохматые ноги, какая-то неубранная. Вот она так чуть подпрыгнет, покрутится на угол, выполняет акробатику. Что-то она сегодня только вперед все делает. Нет, она мне пока не нравится совсем. Эти элементы пятками не делают ее изящной. Нет, она не ту акробатику показала, но то, что она могла, когда она вылетала.